Всех приветствую на своем канале. Сегодня я получил новый выпуск журнала «Фиксики». Он посвящен кошкам. Тут вот на обложке уже все понятно, о чем будет. Ты про кошек, профессия ветеринар, когда викторина будет, какие-то фикси-руки, рубрики «Дикие кошки», поделка, закладка для книг, опять же, из кошек, и «Кошки великих людей». Вот мне кажется, это интересно будет. Посмотрим, что будет внутри. Вот это содержание. Дальше идем. Вот тут у нас интересные кошки. Не будем тянуть кота за хвост. Дикие кошки, беспородные, породистые и большие хищники. Вот такая большущая кошка. Дальше у нас какая-то игра тут идет. Альбом Дим Димыча тоже. Типа комиксы, что ли. Я тут не все читал. Так, вот. Как кошки стали домашними, мне кажется, тоже будет интересно для маленьких людей. Когда их приручили, ну и так далее. Как они считались священными животными египтян. Это опять игра небольшая. А вот, кошки великих людей. Так, что мы отсюда узнаем? Что у Марка Твена, представляете, жило 19 кошек. Хемингуэя, Эрнеста Хемингуэя было несколько десяток кошек. Пабло Пикассо тоже любил кошек. Иосиф Бродский любитель кошек был. Сальвадор Дали. Кошатники эти тут были. Дальше мы идем. Так, тут опять игра детская. Ну, тут уже совсем, для совсем маленьких. Посчитать, сколько бантиков. Вот игра для детей чуть постарше, насколько я понял тут. Для одного, для двоих. Далее, вот интересная игра. Вот здесь надо отвечать на вопрос и проходить вопросы. Честно говоря, я даже не знаю, вот я немножко просмотрел. Только вот на этот вопрос я знаю, кошки умеют плавать. Это я сам был свидетелем, сам их плавать учил. В честь этого животного названа марка автомобиля. Соболь? Соболь это что? Гепард, я не знаю, какого-то животного. Короче, интересно. Здесь довольно-таки викторина. Это в основном для любителей кошек, кто с этим сталкивался. Я, честно говоря, самый быстрый. Вот рысь, кажется. Не помню, кто самый быстрый из млекопитающих наземных. Это какая-то кошка. Гепард, я не помню. Есть ли у котят молочные зубы? У собаки я точно знаю, что есть. Так, идем дальше. Фикси-профессия. Тут нам рассказывают про ветеринаров. Советую тоже почитать. Интересная здесь статья. Статья, реально здесь статья. Просто какой-нибудь рассказ. Так, ребус. А вот тоже интересно. Про диких кошек. Вот такие они разнообразные. Ну, потреболов. Я вот не думал, что это кошка. Я думал, какая-то рысь там. Лесной кот, это я такое знаю. Вот животное. Лицо у него похоже на такое вот животное с большими глазами. Не помню, как оно называется. Морда похожа. Бенгальские кошки я тоже такое слыхал. Ну, и поделка. Сделать закладку. Вот. Сейчас я ее лечу вот сюда. Вот такую закладку мы делаем. Закладка-держатель. Так, здесь у нас школа фиксиков. Опять гадки решать, выгадывать. Про кошачьи пятна. Это я обязательно почитаю. Так, гепард какой-то толстый. Может, беременный. Почему зимой толстый? Непонятно. Так. Вот опять детские рисунки. Ну и ответы на кота викторину. Тут мы все узнаем. Ответы на задания. Вот такой сегодня выпуск. Довольно-таки интересная подборка. Актуальной теме посвящен. Всем рекомендую. Третий журнал 2019 года. Честно, сам буду читать, не только детям дам, но... Сам почитаю сегодня, на ночь открою журнальчик, почитаем про кошек и ляжем спать. Все, всем удачи,
Подписывайтесь, ставьте лайки.